На своих экранах вы видите работу сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии в городе Москве. В ночь на 23 декабря здесь задержана 55-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве. Днем 23 декабря подозреваемую доставили в Тверь. Женщина, у меня шла реклама в вашем городе. Пришла женщина погадать. Ну, мы с ней поближе познакомились, а потом получилось так, что она мне раз денежки отправила, второй раз. Ну и вот это вот причина. Гадание стоило потерпевшей 500 тысяч рублей. Рузана называет себя ясновидящей. Ведунья снимала с глаз, решала семейные проблемы и прочее, прочее. Рузанна говорит, с подобными просьбами к ней обращались многие жительницы Твери. Ко мне много людей приходило. Но на самом деле я же не могу их всех помнить. Угу. А благодарить благодарили все. Подозреваемая ранее не судима. В последние годы обосновалась в Москве. С 2007 по 2011 годы проживала в Твери. Именно в это время в ряде СМИ проходила реклама ясновидящей Рузаны. Оперативники не исключают, что в этот период времени подозреваемая могла обмануть еще несколько человек. Если вы стали жертвой задержанной, позвоните в полицию по телефону 02. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Уважаемые земляки, будьте бдительны. Я прошу прощения и очень раскаиваюсь.